Марафон поздравлений открывают детсадовцы. У них с именинником почти вековая разница в возрасте. Николай Матросов отмечает 95-летие. Юбиляра чествовали возле дома. Желающих выразить свое уважение было много. Соседи, председатель СТОС, представители администрации. Поздравление переросло в настоящий праздник двора с песнями и танцами. Николай Дмитриевич Матросов в сентябре 1943 года был призван в ряды советской армии. Воевал на Дальневосточном фронте, был командиром минометного отделения. Оставался на фронте до 2 сентября 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Японией, медалью за доблестный труд и юбилейными наградами. Пройдя через тяжелые испытания, перешагнув девятый десяток, тем не менее всегда активно участвует в жизни города. Мы постоянно приглашали его в школу на уроки мужества. Когда он выступал, дети плакали, потому что действительно мы понимаем, как было им тяжело, самым таким юным, таким молодым ребятам. На войну с Нижнекамской земли призывалось практически более 4500. Сегодня из них в живых осталось 27 человек. Ну, жизнь берет свое. Я очень благодарен, что вы устроили мне такой прием. Мы в свое время отдали, что имели. Алмаз Кашев, Ахри Исламов, новости НТР.